Доброго вечора, вітаємо вас в прямому ефірі на телеканалі Миколаїв, студії Наталі Якобсон. Це програма «Гаряча лінія» і в нас в студії гість – це Денис Барашковський, громадський активіст. Я вас вітаю, доброго вечора. Добрий вечір. Денис, ну, по-перше, хочу привітати вас із нагородою, яку ви отримали на День міста, як я правильно розумію, за вашу громадську і волонтерську діяльність. Це подяка від обласної ради. Підтвердіть або спростуйте мою інформацію. На День города было награждено 38 волонтеров, общественных деятелей, людей, которым не безразлична судьба города, и я в том числе. І тут же я хочу перейти на вашу волонтерську діяльність, громадську в тому числі, за яку ви отримали, власне, подяку. Ну, перше, мабуть, хотілося поговорити про День міста, в якому, в організації якого для наших городян ви брали активну участь. Які були позитивні моменти, негативні, що ви можете відмітити, як людина, яка зсередини все це бачила? Да, мне, конечно же, очень приятно, что я был отмечен главой облсовета среди еще более достойных горожан. И хочу отметить, что еще есть большое количество людей, которые также должны быть отмечены такими подяками, грамотами, теплыми словами. Хотя, конечно же, и волонтеры, и общественные деятели делают это не для бумаги, скажем так, или подяки. Но, тем не менее, поверьте, каждому человеку это приятно. А наша деятельность волонтерская, конечно же, существует в городе Николаеве два волонтерских проекта, которые прогремели уже на всю Украину. Это посты, комнаты отдыха для военнослужащих на ЖД вокзале. Наш хороший друг и партнер во многих вопросах Ирина Абрамова, которая ведет уже больше года. И пост на автовокзале, который я и наша команда, куча наших друзей, огромное количество волонтеров, горожан помогают содержать этот пост, обслуживать и в качестве волонтеров дежурят на этом посту. Вот. И как бы за последние полгода немножечко включилась областная власть, где-то включилась городская власть, и какие-то вопросы они начинают нам помогать, закрывать, то есть как-то спільно, сообща, разом, мы в лице робимо більше, ніж рік. Да, в этом году мы принимали частично какое-то такое волонтерское, активное было участие в дни открытия города, мы делали свой такой, скажем так, подарок городу, делали свой флешмоб, пригласили детей, пригласили команду наших друзей, купили шарики, наполнили их гелем, выставили людей с шариками, слово «Украина» выставили, и после открытия Дня города запустили эти шарики в небо, то есть поучаствовали в процессе, скажем так, Дня города. Что хочу отметить, я как, скажем так, обыватель, я заметил определенное улучшение, конечно же. Не было длительных спичей, по 10-15 минут представителей власти. Они угнетают, они расхолаживают людей. Было все, в принципе, довольно-таки динамично. Вот. Масса людей, масса каких-то проектов по улице Соборной. Все это очень здорово открывает, с другой стороны, наш город. Из минусов однозначно хочется отметить недостаточное количество правоохранительных органов на перекрестках, на переездах через улицы, пересекающие улицу Соборную. Конечно же, вообще, наверное, надо было перекрыть Соборную всем машинам и со стороны Московской, и со стороны, какая параллельная Соборная, Лягина, да? Со стороны Лягина просто сделать объезд по проспекту Центральному и как бы для того, чтобы людям дать возможность тысячам людей ходить комфортно по Соборной. Плюс вечером не хватало представителей громадских формирований, которые могли бы решать какие-то конфликтные ситуации с выпившими подростками, с взрослыми, да, которые там, ну, там не могут себя контролировать. Вот все это совместно с полицией должно было быть. И, конечно же, может быть, не хватало таких технических моментов, как увеличение количества биотуалетов, чтобы люди могли сходить в туалет, а не в парке где-нибудь, или, может быть, надо было делать какие-то вывески, где людям можно было, да, там, воспользоваться какими-то такими моментами. Зручностями. Вот, зручностями, да. То есть какие-то технические моменты недоработаны. Ну и, на мой взгляд, конечно же, я хотел бы видеть еще больше наших местных николаевских исполнителей, танцоров, певцов, шоуменов, которые себя проявляли бы на разных площадках, которые надо бы ставить на Нижнем Баме, на Верхнем, на Главной площади, на Каштановом, где-то еще дальше, чтобы везде-везде звучала музыка, и чтобы люди могли себя проявить, раскрыть себя в День города. Но, тем не менее, я, конечно,
ну, был счастлив и поучаствовать в этом дне, и вся моя сім'я, мої близькі, нам понравилось. Ну, можливо, нашій владі доведеться трохи попрацювати над цим у зв'язку з тим, що ну, мінімум 2 роки в Миколаєві не було таких масштабних свят, і стільки людей на соборній не бачила особисто я вже давно. Я прийшлася ввечері, і неможливо було дістатися вже середини вулиці Соборної. Тобто наплив людей був настільки величезний, чого не відбувалося більше 2 років вже. Тому, можливо, наша влада зробить висновки. Ви згадали на початку вашої промови миколаївські пости, автовокзали, залізничний вокзал. Хотілося б зупинитися більш детально. Як взагалі вдається волонтерському проєкту триматися більше року? А у вас там просто неймовірний потік людей, так, атошників, які повертаються, які використовують автовокзал як перевалочний пункт, якщо можна так сказати. Як вам вдається це? Ви знаєте, ще до відкриття, коли ми вирішили відкривати ці проєкти, по примеру Харькова и Днепропетровска, которые были перед нами, скажем так, да, носителями этой идеи. Мы ездили, поехали к ним, да, заручились их поддержкой, они рассказали нам о процедуре, что нужно сделать, кого нужно собрать, кому обратиться. Вот открывали, конечно же, все на энтузиазме. И честно вам скажу, зная, с каким огромным количеством проблем нам пришлось столкнуться после открытия до сегодняшнего дня, ну, наверное, я бы 10 раз бы еще подумал, прежде чем брать бы на себя эту ответственность. Тем не менее, посты работают. Мы оказываем на постах и юридическую помощь, и психологическую. Мы работаем с несколькими юридическими структурами, с департаментом юстиции, с психологами, с психологами, которые были в зоне АТО. Мы помогаем решать им массу каких-то бытовых вопросов, с которыми сталкиваемся, просто зарядки телефона, да, до какой-то консультации. У нас тем более масса литературы стекается на наши посты, потому что и центр допомоги АТО нам передает всю эту информацию, и юридические службы, и военные юристы, да, боевые, которые знают, что нужно, и боевые психологи, которые знают, какие ключевые вопросы. А для военнослужащих это, как распорядиться или получить землю. Вот, какие льготы у них существуют, да, и так далее. То есть, по большому счету, ну, целый комплекс проблем мы стараемся решать. То есть, но еще есть, конечно, текущий важный проблемный вопрос для нас – это питание. Это постоянно, это та проблема, с которой мы стучимся, конечно же, к городской областной власти. Мы і не допомагають по мірі сил. Ну, я вам скажу... Щоб пояснити нашим глядачам, це їжа для атошників, які перебувають тимчасово на постах. Совершенно верно. А когда военнослужащий приходит к нам в комнату, да, то есть назовем пост, как мы называем его, конечно же, каждый волонтер, который у нас на эту смену, он хочет покормить военнослужащего. К нам со всего города люди знают, горожане, наши николаевцы, что мы кормим бойцов. Они приносят свою домашнюю пищу, пирожки, блины, картошку, рис, что угодно, все приносят, и все это с большим удовольствием военнослужащие кушают, потому что они понимают, что это готовится с любовью. Вот последнее время нам в течение года помогал хлебзавод хлебом, водичку передают постоянно, чистая вода фирма. Сейчас фирма «Лакталис», президент передает йогурты. Дай Бог им здоровья, и мы очень благодарны этим людям, которые, да, никогда бы не говорили о том, что там упомяните нас. Они просто помогают. Мы от души благодарим николаевцев и благодарим эти фирмы, которые помогают нам, волонтерам, тянуть, да, там, создать уют для военнослужащих. Зараз потік людей збільшився, зменшився, демобілізація триває чи не триває, як, хто приїздить на пости? Сейчас увеличился поток совсем недавно, потому что больше 1000 военнослужащих зашло на Шерлан. У нас большой полигон военный, да, и Николаевская область является местом концентрации разных частей, где они проходят учения. Ротация у нас 79-я, не забывайте, это одно из самых крупных подразделений. Вот лето относительно было спокойно, в начале лета была ротация, вот, а сейчас поток увеличился, да, то есть заходят люди, заходят военнослужащие на учения на Шерлан. И, естественно, они получают максимальную информацию, проходя через нашу комнату, где они могут обратиться за любой консультацией. Как и с кем, то есть все эти вопросы у нас уже, ну, слава Богу, отрегулированы. Угу.
Я знаю, що ви і не тільки ви ініціювали таку громадську ініціативу по встановленню нових сучасних зупинок у місті Миколаєві. Зараз ці встановки тривають у місті. Розкажіть, як вдалося цього добитися з пандусами, сучасні, красиві? Совершенно верно. Що це за проєкт був? Мы занимаемся проблемой транспорта города Николаева уже третий год в формате сотрудничества с рядом общественных организаций, с партией Демальянс, с Евгением Матичук. Вот. Что происходит на самом деле в транспортной инфраструктуре города Николаева? Она долгое время была отдана на откуп, скажем так, частным перевозчикам, которые просто собирали деньги за проезд, не обновляя ни транспорт, не развивая конечные остановки, которые были в зоне их ответственности, не улучшая сервис. Вот. И вот последний, уже третий год, да, мы активно разбираемся, это во-первых, потому что нельзя так просто войти, скажем так, не разобравшись, да, рубать с плеча, там, наломать каких-то дров. Мы хотим во всем разобраться. И плавно, планомерно, начиная от изменения договора, где мы убрали несколько коррупционных составляющих. Договор у нас сейчас новый, мы принимали в этом активное участие. До установки остановок под нашим контролем. Что имею в виду под нашим контролем? То есть остановка должна, во-первых, соблюдаться, соответствовать всем требованиям. Это и архитектурным, это и обязательно должно быть услышано мнение полиции. На примере вот этой остановки, которая на Пушкинском недавно открывалась, позавчера на День города, перед Пушкинским кольцом со стороны Пушкинской. Новая, прекрасная остановка с съездом и заездом для людей с ограниченными возможностями. Стеклянная, антивандальное стекло. Все красиво, но есть один минус. Прямо на остановке установлен знак «Остановка». Это неразумно. Знак «Остановка» должен был быть как минимум за 10 метров от остановки mm-hmm. установлен. Вот такие технические просчеты, скажем так, они же сами составляют потом трудность водителям высаживать и принимать пассажиров в своей машине, потому что он может остановиться только проехав знак «Остановка». Конечно же, мы все эти остановки будем контролировать, чтобы они были установлены с соблюдением правил дорожных движений, чтобы это было не какие-то там ларьки, в которых будут продавать пиво, это будет цивилизованная европейская остановка. На примере этой, но и с учетом недочетов, которые мы уже обнаружили. Создана группа при горосполкоме по остановкам, где все главы районов присутствуют, и мы в том числе. Вот. И я надеюсь, что все остановки будут делаться с учетом всех требований, о которых я сказал выше. А ось на головній площі міста, якщо їхати від нас, туди, в бік зоопарку, наприклад, на Соборній, я маю на увазі, взагалі жодної зупинки немає. Люди стоять на сонці, в дощ, у сніг. Я знаю, що ви теж ініціювали, і є три варіанти рішення, ви казали, цієї проблеми. Это огромная, на самом деле, проблема для горожан, которые выходят или садятся в маршрутные автобусы на остановке Соборной. Во-первых, высадка-посадка пассажиров происходит с постоянным нарушением правил дорожного движения. Высаживают и принимают пассажиров, начиная от пешеходного перекрестка, и высаживают и принимают пассажиров на второй линии. 20 лет существует эта проблема, и никто из мэров не решил ее. Может быть, кто-то пытался. Мы встречались и с городским головой, и сейчас и обсуждали эти варианты, как можно решить эту проблему так называемого бутылочного горлышка. То есть там идет сужение на одну полосу, за счет этого стопорится движение и блокируется маршрутками других транспортных средств. Решений несколько. Вот. Одно было из решений, которое будет обсуждаться, это перенос остановки Соборная на Московскую. Второе решение – это поворот ряда маршрутных автобусов, которые двигаются по улице Пограничной, по старому Чигрина, угу. перед Соборной, чтобы они уходили вправо и разгружали это бутылочное горлышко. Это тоже есть вариант решения, потому что автоматически поток на Чигрина-Пограничную пойдет перед Соборной, и они не будут друг другу мешать. Но вопрос, где сделать поворот? Поворот сделать, если на Пушкинском кольце. Вот это не устроит многих людей, которым надо ехать по пограничной, потому что им идти слишком много. Да? Делать на декабристов,
тоже проблематично, потому что когда будет зима, будет обледенение, то есть поворачивать маршруткам на рельсы тоже там есть определенные сложности. Угу. Есть решение поворачивать прямо перед Соборной, доезжать до Дома культуры и выезжать со стороны таможни. То есть вот эти варианты сейчас будут собираться мнения жителей этого района, будут проходить необходимые, скажем так, замеры общественного мнения, потому что не нужно делать так, чтобы потом что-то менять. Если делать, то надо сделать так, чтобы было удобно горожанам. Просто люди будут просить водія зупинити там, где им зручно, зрештою все повернется на круги своя. Совершенно верно. Тут это часто все відбувається. Большой, самый важный, мне кажется, посыл для всех. Вообще, если кто-то принимает решение, его нужно взвесить. Ну, это решение должно быть обдуманным и взвешенным. Денис, ну ще в нас така тема, мабуть, сьогодні інтернет підірвало повідомлення про те, що міський голова підписав договір, згідно з яким львівське сміття буде зберігатися тепер на нашому сміттєзвалищі. Я знаю, що ви як активіст не могли пройти повз цієї теми, і вже в деяких ЗМІ, які не мають відношення до Миколаєва, мабуть, з'являлася інформація, начебто хтось там щось перекривав, якісь траси, хоча сміття ще до нас не доїхало. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, із різних істочників говорять по-разному. Некоторі говорять, що вже заїхало кілька фур з мусором. Ну, я хотів би здесь, звісно ж, відмітити, головне – це рішення такого роду, стратегические, они не должны приниматься, конечно же, единолично. В хорошем смысле здесь нужно было замерить градус, скажем так, мнений и полярность по этому поводу среди, хотя бы заручиться поддержкой экспертов экологического направления и узнать их позицию. Какой вред от этого будет? Какая будет от этого польза? Возможно ли это технически? Вот. И второе, конечно же, нужно было проговорить это. Получается так, что информация просочилась там, через одного депутата. Да? Он это все выложил на сайтах, пошел снежный ком информации. Да? И сейчас, конечно же, для мэра по-любому это идут определенные имиджевые потери. Вот. Вопрос в том, насколько он в состоянии либо доказать правильность этого решения обществу, вот, или же отменить это решение, будет автоматически и продолжение его там противников политических или общества. Потому что я считаю, что ключевое здесь это нужно было донести до общества, какие он преследовал цели, подписывая договор. Я думаю, в першу чергу, що миколаївців турбують не іміджеві втрати мера, а екологічний стан в місті, в області, в околицях. Именно это и волнует нас. А мэра, конечно же, волнует и в том числе и его рейтинг, потому что, да, то есть мэр – это политик. Вот. Для нас, конечно же, волнует, чем будут дышать наши дети, чем дышим мы. И именно вот это незнание последствий этого мероприятия, оно всех нас и настораживает. Поэтому, конечно же, здесь самое главное – это разъяснение этого действия, какие плюсы и какие минусы. Какие плюсы от этого будет для горожан, и какие минусы, или какие фейковые минусы сейчас распространяются в сети. Это все надо было публично, конечно же, донести до людей своей позиции. Это я говорю, как я считаю, что должен был бы поступить мэр. Ну, я вважаю, що наші колеги найближчим часом розкопають і плюси, і мінуси, і ми знову все в інтернеті прочитаємо. Можливо, врешті-решт влада прокоментує цю ситуацію. Проблеми на Кінбурнській косі, ще одні проблеми екологічні в нашій області. Я знаю, що ви добувалися заборони на продаж землі сільрадам на острові Кінбурнському. Розкажіть про ваші дії в цьому напрямку. Ну, проблема Кінбурнської коси для мене – це вже, мабуть, якийсь донкихотство, не знаю, как назвать по-другому, потому что, к сожалению, в течение 2 лет, что мы боремся за мораторий на продажу земли, никто к нам из действующих депутатов облсовета не подключился. На сегодняшний момент единственное звернення, благодаря которому мы сохранили 9 гектаров и вернули в
собственность громады. Это поддержал Водотурский, надо отдать должное. Мы написали звернення, и он поддержал, направил в Генеральную прокуратуру, началось следствие, и эти 9 гектаров земли на побережье Черного моря, на территории национального парка, возвращены в собственность громады. Вы просто сам момент, о котором мы говорим, тот, на который закрывает глаза власть или не видит этого, или какие-то могут быть другие аргументы, почему продолжается продажа земли на Кимбургской косе. Изначально это заповедник, это национальный природный парк, на котором продажа земли запрещена априори, юридически, она незаконна. Что произошло, почему продается земля на Кимбургской косе? В 2009 году, когда был создан парк, была процедура передачи земли от лесхозов национальному парку. И необходимо было, кроме внешних границ, сделать, скажем так, как говорят в кадастровых службах, выезд в натуру и расставить колышки, понимаете? И распределить территорию между национальным парком и сельсоветом. К сожалению, на сегодняшний момент 7 лет прошло создание парка. Кроме внешних границ, внутренний совершенно не размежеван с сельским советом. Это дает право сельским советам продавать землю до бесконечности. То есть три села Покровка, Рымбы и Покровские хутора, 3-5 лет пройдут, они между собой соединятся. О каком вообще тогда мы можем говорить с вами парке? Я об этом говорил с чиновниками областного уровня, с депутатами Верховной Рады. Пока не будет принят мораторий на запрет земли и немедленное вынесение границы, внутренних границ парка в натуру, да, то есть на реальную территорию, тогда мы просто потеряем Кимбургскую косу. Будемо сподіватися все ж на те, що вдасться і нашим чиновникам, і вам, як активістам, вирішити це питання. Денис, ну, у нас лишилося буквально 3 хвилинки до завершення ефіру. Хотілося б запитати, які ще плани і території ви будете охоплювати в своїй роботі і напрацюванні, які найближчим часом? Ви знаєте, я уже для себе давно прийняла рішення. Очень много людей обращаться к нам за помощью. И если вначале 2 года назад мы бросались, сломя голову, к чиновникам, к службам. Сейчас мы пошли другим путем. Кто-то хочет что-то изменить, мы сразу говорим, то есть я говорю, мы советуемся с нашими юристами, объединяйтесь, делайте коллективное обращение ваших проблем. Мы подскажем вам, в какие инстанции надо прийти, мы подскажем, какие службы за это отвечают, но вы... То есть горожане, которые хотят что-то изменить, должны менять сами. Мы лишь вам сможем помочь. Потому что нельзя все время решать проблемы за других. Мы не можем, ну, это, я не считаю, что это разумно просто критиковать. Да, мы критикуем. Критикуем власть по делу и хвалим там, где есть за что хвалить. Мы критикуем чиновников по делу и хвалим там, где есть конструктив, где есть за что хвалить. И так я, ну, это принято решение уже давным-давно, и мы так делаем не первый год. Поэтому отношение к нам, то есть нормально, как со стороны общества, и огромная поддержка, да, там горожан есть по тем направлениям, которые мы ведем, так и от власти, потому что они понимают, что если мы говорим об этих проблемах, то мы говорим с фактами, мы говорим по делу, мы не просто пришли к вам на вас покричать, нет. За нами стоят люди, которые пришли с этой проблемой. Поэтому я, конечно же, хотел бы пожелать всем нашим горожанам, кроме там, того, что сидеть в интернете, вот, можно что-то сделать совсем рядом, в вашем дворе, на вашей улице. Наводите порядок. Не получается, обращайтесь, мы подскажем.
Ну що ж, хочу побажати вам успіхів. І такий маленький приклад. Сьогодні буквально побачила новину про те, що переселенці, здається, з Луганської області облаштували днями зупинку у парку Перемоги. Просто прийшли, викрасили її гарно, красиво. Це про те, що ви кажете, що гарні речі робити дуже просто. Головне – згуртуватися. Дякую вам, Денис, що знайшли сьогодні ввечері час і прийшли до нас, поділилися вашими напрацюваннями і інформацією. Дякую вам. Ну, а нашим телеглядачам я наостанок бажаю приємного продовження цього вечора і до найближчих зустрічей в ефірі. Щасти вам!